Представьте, что вы смотрите в ночное небо, звезды мерцают над вами. Когда-нибудь задумывались, сколько из этих мерцающих огней являются частью других галактик? Представьте вселенную как огромное пространство, космический холст, расписание сверканием бесчисленных звезд. Легко почувствовать себя маленьким, не так ли? Но давайте погрузимся глубже и исследуем эти небесные объекты, которые мы называем галактиками. Итак, что же такое галактика? Представьте себе великий оркестр, где каждый инструмент играет решающую роль. Так же и галактика. Это огромная система, в которой пыль, газ, темная материя и звезды все собираются вместе, поддерживая гармонию невидимого дирижера, известного как гравитация. Каждый элемент играет свою роль, вынося свой вклад в симфонию космоса. Но сколько из этих галактических оркестров существует в наблюдаемой вселенной? Попробуйте это осознать. Учения оценивают, что там находятся поразительные 2 триллиона галактик. Вот так 2 триллиона галактик, каждая из которых представляет собой уникальный ансамбль космического вещества и энергии. Каждая. Свидетельство потрясающего разнообразия и масштаба вселенной. Это число, 2 триллиона, это не просто статистика. Это напоминание о нашем месте в космосе, унизывающее осознание эго огромности. Это восхитится величием существования и тайнами, которые лежат за пределами наших земных ограничений. Так что в раз, когда вы будете смотреть на ночное небо, помните это. Эти мерцающие огни, это не просто звезды. Это галактики, отдаление и многочисление, каждая из которых, мир сам по себе, связание гравитации и полной возможностей. Вселенная, это огромное, завораживающее место, в котором, по оценкам, насчитывается 2 триллиона галактик. Поднимая взгляд вверх, вы, возможно, будете любопытны о различных типах галактик, которые существуют, благодаря работе астронома Эдвина Хаббла, у нас есть система для классификации этих звездных соседств. Хаббл разделил галактики на 4 основных категории – спиральные, линзовидные, эллиптические и неправильные. Начнем со спиральных галактик. Представьте себе водоворот в огромном космическом море с руками спирально выходящими из яркого центрального узла. Это структура спиральной галактики. Наша собственная Млечный путь является членом этой семьи. Эти галактики характеризуются их вращающимся диском звезды Пили с выпуклым центром старых звезд, окруженных спиральными руками молодых звезд. Далее идут линзовидные галактики. Представьте себе спиральную галактику, но без спиральных рук. Это линзовидная галактика. Они являются своего рода переходным этапом между спиральными и эллиптическими галактиками, сочетая в себе особенности обоих. Затем у нас есть эллиптические галактики. Это самые крупные типы галактик во вселенной и могут содержать до триллиона звезд. Они обычно имеют форму круглых или сплющенных шаров, наполненных старыми звездами и мало формируют новые звезды. Наконец, у нас есть неправильные галактики. Это бунтари в мире галактик. Как следует из их названия, они не подходят ни под одну из других категорий. Им не хватает четкой формы и у них хаотичные виды за их богатого содержания газа и пыли, что приводит к активному формированию звезд. Итак, будто красиво структурирование спирали. Переходящие линзовидные, массовые, эллиптические или неортодоксальные неправильные галактики. Галактики столь же разнообразны, сколько и многочисленны. Каждый из них представляет собой уникальное сочетание газа, пыли, темной материи и звезд. Все это связано гравитацией. От спирали до неправильных, галактики представлены в поразительном спектре форм. Каждый из них является свидетельством великолепной сложности нашей вселенной. Галактики, как и люди, не существуют в изоляции. Они взаимодействуют, объединяются и даже сливаются. Это похоже на космический танец в масштабах, которые почти невозможно. Галактики могут быть частью различных космических формаций, таких как группы скопления и сверхскопления. Это вроде районов городов и стран галактик. Млечный путь, наш дом, является частью группы галактик, известной как местная группа, которая в свою очередь является членом большого вергинского сверхскопления. А эти галактики не просто тусуются вместе. Они взаимодействуют друг с другом, часто драматически.
самоизрелищное из этих взаимодействий, слияние галактик. Представьте две галактики, в каждой из которых сотни миллиардов звезд, сталкивающиеся и сливающиеся вместе, чтобы образовать новую большую галактику. Это процесс, который занимает миллиарды лет и является ключевым двигателем космической эволюции. И знаете что? Мы тоже находимся на столкновительном курсе. Наш млечный путь собирается сливаться с галактикой Андромеды. Но не волнуйтесь, это не произойдет в ближайшее время. У нас есть около 4,5 миллиардов лет, чтобы подготовиться. Во время этого слияния звезды, пыли и газы из каждой галактики начнут взаимодействовать. Формы галактик будут искажаться, создавая зрелищные космические фейерверки. Однако, несмотря на масштабы того события, вероятность столкновения отдельных звезд невероятно мала, благодаря огромным расстояниям между ними. Это предстоящие слияния, свидетельство динамичной природы вселенной. Ничего не статично, все в движении меняется, эволюционирует. Май, часть вселенной, которая жива, ярка и полна сюрпризов, а по мере продолжения исследований, кто знает, что мы откроем в следующий раз. Примерно через 4-5 миллиарда лет наш млечный путь объединится с галактикой Андромеды, что является свидетельством динамичной природы вселенной. Так же, как живые существа эволюционируют со временем, так и эволюционируют галактики. Это истина, которая добавляет к захватывающей сложности и нашей вселенной. Галактики — эти огромные системы пыли, газа, темной материи и звезд, удерживаемые вместо гравитации, претерпевают преобразование на протяжении миллиардов лет. Одно из самых увлекательных преобразований — это потенциал спиральных галактик превратиться в эллиптические. Представьте галактику, подобную нашей Млечному Пути, со своими прекрасными спиральными руками, которые постепенно теряют свою отчетливую форму на протяжении эпох. Спиральная структура медленно исчезает, и галактика принимает эллиптическую форму, и звезды обращаются в случайных направлениях. Но что вызывает эти преобразования? Ответ или, по крайней мере, часть эго, может лежать в уклончивом веществе, известном как темная материя. Темная материя, несмотря на то, что она невидима и недоступна для обнаружения нашими текущими инструментами, скитается играющей значительную роль в формировании и эволюции галактик. Скитается, что это клей, который держит галактики вместе, действуя как своего рода космическое строительное леса, на котором строятся галактики. Это теневой кукловод, который тянет за нити в грандиозном театре космоса. Однако все еще так многое, что мы знаем. Происхождение галактик остается одной из великих тайн космологии. Рождаются ли они из гравитационного коллапса гигантских газовых облаков? Или они формируются через столкновение и слияние меньших систем? Это вопросы, на которые астрономы и учения неутомимо стараются ответить. С помощью передовых таких, как телескоп Джеймса Уэбба. Эволюция галактик. Это свидетельство динамичной, постоянно меняющейся природы вселенной, от преобразования спиралей в эллипси до загадки темной материи изучений галактик. Это путешествие, полное открытий, каждый новый кусочек знания приближает нас на один шаг ближе к пониманию нашего места в космос. К разгадке тайн, которые лежат в миллиардах световых лет в огромном пространстве вселенной. Итак, в следующий раз, когда вы будете созерцать звездное небо, помните, что вы видите лишь крошечную долю 2 триллионов галактик вселенной. Подумайте об этом на минутку, 2 триллиона галактик, каждая из которых огромная система пыли газа, темной материи и звезд, ваше стерживаемое мощной силой гравитации. Это число настолько велико, что его почти невозможно по-настоящему сегодня, мы преодолели космическую пропасть, погружаясь в тонкости вселенной и галактик, которые она охватывает. Мы исследовали основные типы галактик, классифицирование Эдвином Хабблом на спиральные, линзовидные, эллиптические и нерегулярные. Каждая уникальна, каждая со своим набором характеристик и чудес. Мы обсудили, как галактики взаимодействуют, образуя группы, кластеры и сверхскопления, и как эти взаимодействия могут привести к слияниям.
Представьте, в отдаленном будущем наша собственная Млечный Путь объединится с галактикой Андромеды. Космический танец необъятного масштаба. Мы также обсуждали эволюцию галактик со временем, как спиральные галактики могут потенциально превратиться в эллиптические. И роль темной материи в этих превращениях. Там вене вселенная постоянно меняется. Но, несмотря на все наши знания, происхождение галактик остается тайной. Пока учения выглядываются в космическую глубину с помощью передовых телескопов. Таких как космический телескоп Джеймса Уэбба, мы приближаемся к разгадке этих загадок, к пониманию нашего места в этом огромном космическом гобелене. Спасибо, что присоединились к этому космическому путешествию. Вселенная со своими 2 триллионами галактик. Это великолепное зрелище, тайна, которая зовет нас исследовать, учиться, понимать. И мы только начинаем царапать поверхность. Есть еще так много всего для открытия, столько космических секретов для разгадывания. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на больше видео, которые разгадывают тайны нашей вселенной.